выбор парика полностью зависит от размера вашей головы. Определить его несложно с помощью сантиметра. Достаточно произвести замер окружности головы, очертив лентой круг от фронтальной линии роста волос до шеи сзади. Подавляющая часть париков среднего размера от 54 до 58 сантиметров. Ко всему новому нужно привыкнуть. Первый опыт надевания парика всегда успешен, вопрос лишь во времени. Умение приходит быстро. Уже через несколько дней вы будете надевать парик за считанные минуты. Уложите свои волосы с помощью резинок или заколок. Соберите волос на макушке. Если волосы длинные, то понадобится, равномерно распределяя, заколоть волосы. Очень удобно использовать сеточку для волос. Состыкуйте фронтальный край парика с собственной передней линией волос, слегка прижимая парик. Затем натяните парик на голову, держась за заднюю часть парика. При этом фронтальные линии парика и ваших волос должны совпадать на 100%. Подкорректируйте положение парика в височной части справа и слева. Там есть особые подушечки для правильной ориентации. Отрегулируйте размер с помощью ремешка внутри. Парик не должен болтаться или сидеть туго. Маленькие хитрости. Старайтесь не придавать прядям излишнюю тяжесть, укладывая волосы плотно. Парик выглядит естественно и легко с разделенными живыми прядями. Свобода для экспериментов. С помощью расчески и рук вы можете делать новые укладки. Для закрепления результата воспользуйтесь спреем.